На встречу с заместителем председателя Брестского облсполкома Олегом Величко приехали 50 руководителей ветеранских организаций городских, районных и отраслевых. За плечами каждого из них многолетний опыт успешной работы и службы на благо своей страны. Сегодня активисты-ветераны продолжают трудиться. Все ветеранские организации области занимают активную общественную позицию. Порядок жизни для ветеранов прост. Они не требуют многого. Они уже получают пенсию. У них есть все, у них, как говорится, дом есть, квартира. Им нужно только внимание. А будет внимание, они будут с еще большей энергией, еще большей радостью, еще большей отдачей будут помогать нашим властным структурам выполнения всех задач, плановых задач. Брестская областная ветеранская организация объединяет 1055 первичных структур, в поле зрения которых почти 336 тысяч пожилых людей. Поэтому ветеранские объединения внимательно отслеживают выполнение ряда государственных программ, особенно в части социальной поддержки ветеранов. Принимаются меры по оказанию адресной помощи, улучшению жилищных условий и оказанию помощи в решении бытовых вопросов, особенно тем людям, которые волей судьбы стали одинокими. К сожалению, у нас немало одиноких или одиноко проживающих пенсионеров. Это практически, наверное, каждый четвертый. Это достаточно много, и эти люди, понятно, что нуждаются поддержки государства. Сегодня для одиноких ветеранов и лиц, достигших 70 и 80-летнего возраста, предусмотрены специальные надбавки к пенсии. Прорабатывается вопрос об открытии пансионата семейного типа для одиноких ветеранов. В ходе диалога с руководством области участники встречи также поделились успехами в общественной жизни своих организаций, рассказали об активностях, в которых участвуют ветераны. Важное место здесь занимает забота об одиноких соратниках, военно-патриотическое воспитание и сохранение памяти. Поговорили с ветеранами, записали воспоминания, все сделали. И все в этом книге оформлено. И здесь все есть. И здесь, значит, и приказ о награждении, и вот здесь много-много интересных фотографий времен войны и так далее, и так далее. Около 45 человек. Вот это уникальность, вот буквально недавно мы выпустили, благодаря поддержке общественности Белой Руси, БЦМ. Прозвучал и ряд предложений. Например, в год 80-летия Брестской области провести слет всех почетных граждан региона. А еще о возобновлении награждения медалью «Ветеран труда», о привлечении к работе с ветеранскими структурами сотрудников ЖЭСов, а также об усилении внимания к ветеранам, не состоящим в профсоюзе. Все замечания и предложения взяты на контроль. Не все проблемы были актуальны для всех районов и городов. Но это, наверное, потому, что у каждого района, у города есть свои особенности, своя специфика, и какая-то проблемка для кого-то более остра или очень остра, а для кого-то она решается. Ну, например, состоялся диалог по нашему тройственному соглашению с профсоюзами из БРСМ. У кого-то здесь, значит, есть вопросы, кто-то считает, что нет рычагов конкретных для того, чтобы это соглашение более эффективно реализовывалось. У нас этой проблемы нет. Завершилась встреча награждением. За успешную работу почетные грамоты и благодарности вручены руководителям 4 ветеранских организаций. Ирина Шова, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.